Ямало-Ненецкое региональное отделение Ассоциации юристов России 28 февраля проведет единый день оказания бесплатной юридической помощи населению автономного округа. Каждый, имеющий неразрешенные юридические вопросы, может обратиться к специалистам и получить квалифицированную правовую помощь. Жители Муравленко будут принимать юристы Государственного юридического бюро по адресу улица Ленина, дом 66А, в администрации города, кабинет номер 300 и общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу Губкина, 32. В акции примут участие квалифицированные специалисты различных юридических служб, работники исполнительных органов государственной и муниципальной власти. Также в этот день Ямало-Ненецкое региональное отделение Ассоциация юристов России подпишет соглашение о сотрудничестве с Ямальским отделением партии «Единая Россия». Одним из его основных направлений станет сотрудничество по обеспечению защиты прав, свобод и интересов граждан.